Доброго дня вам, дорогие фланеры и фланораки. Именно так называют себя пылкие поклонники Флена О'Брайена по всему миру. Несовпадение того, что я говорю, с тем, что вы видите на экране, запланированное. Все в порядке. Не отвлекайтесь, смотрите и одновременно слушайте. Меня зовут Шаша Мартынова. Я сейчас перевожу для вас избранное из громадного журналистского наследия Бриана О'Нолана, он же Флен О'Брайен, он же Майлз Нагапалли. Этот журналист и писатель стал героем и ирландской, и мировой англоязычной литературы и журналистики. Его растаскивают на цитаты, именуют его честь пабы и библиотеки и переводят, не без труда временами, на многие языки мира. У нас с вами есть возможность опубликовать его по-русски, а благодаря нашим партнерам в этом проекте цена книги получается совершенно разумная. Присоединяйтесь к изданию, не пожалеете. Ах да, вы только что посмотрели фрагмент видеозаписи первого Блумсдея в Дублине 1954 года, празднование великого 16 июня, когда произошли все события в романе «Улисс» Джойса. С тех пор, вот уже 61 год, 16 июня Дублин, а с ним и весь мир, сходит с ума по ирландской классике. В кадре среди знаменитых поэтов и писателей того времени мелькает и наш любимец – Флен О'Брайен.